Семена петунии Multiflora Ura Ocean Mix, Multiflora Ura Ocean Mix, дают возможность украсить приусадебный участок однолетними цветами разнообразной окраски размером до 7 см. Они бывают насыщенно синими или белыми с синими жилками. В мае рассаду петунии переносят в открытый грунт. Выбирают участок, освещенный солнцем, с богатой питательными веществами почвой. Высаживают группами, чтобы он покрылся сплошным ковром. Кусты петунии высотой 25-30 см зацветают в мае и продолжают радовать глаз до заморозков. Чтобы цветов было больше, раз в неделю удобряют. Петуния Multiflora Ura Ocean Mix – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает петуния Multiflora Ura Ocean Mix в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.